Всем привет! Если вы все еще пользуетесь обычными рулетками, хочу вам порекомендовать электронную рулетку. Давно купил, решил снять обзорчик небольшой. Это рулетка фирмы Sandway. Лазерная электронная рулетка. Поставляется в такой вот коробухе. Есть ПО для переноса на компьютер, инструкция на английском языке, вся, кабель для зарядки и для подключения к компьютеру, ремешочек для ношения. Также чехол для ношения есть. И вот такая вот карточка. Если поверхность, от которой вы измеряете, неровная, имеет шероховатость, вот есть такая вот карточка. Так, еще раз. Рулетка 50-метровая, рассчитана на 50 метров. Но ею также можно мерить и на более дальние дистанции. Потом прикреплю видео. Если для обычной рулетки вам понадобится листик и калькулятор, то эта рулетка умеет считать квадратуру, кубатуру самостоятельно. Есть вот, например, квадратура. Измерение квадратуры. Вот, например, замеряем одну дистанцию, замеряем другую, и он считает 0,6 квадрата. Сбрасываем. Замер кубатуры. Высоту первую, вот он показывает. Видно вам. Сначала меряем высоту, ширину и длину. Высота. Один 184 метра кубических. Также здесь есть память для переноса на компьютер. Так, сбрасываем. Плюс то, что еще. Ну, плюс, не плюс. Этой лазерной рулеткой можно измерять от переднего края, от, ну, не от середины, а получается, если у вас есть тренога с отвесом, от отвеса, вот от этой точки, от заднего края измерения, есть вот такой вот шпенек, ну, для того, чтобы можно было рулетку вот установить, измерять от какого-либо угла. Например, вам нужно померить диагонали. Переключается вот этой кнопкой. Сейчас вот от этого шпенька показывает. Видно? От переднего края, от середины, ну, от резьбы и от заднего края. Будьте внимательны, обращайте внимание при измерении, от какой именно грани вы мерили. Что вы могли мерить, но оно при выключении не сбрасывается, он запоминает именно последнее измерение. Что обращайте внимание на вот этот показатель. По менюшке
Единицы измерения можно отключить вот это пищалку. Вот так, очень удобная вещь. Ссылочка будет в описании. Рекомендую. Тест измерения лазерной рулетки. Ночной тест на дальность. Можно ли 50-метровой лазерной рулеткой измерять больше технических характеристик? Для этого зажимаем большую красную кнопку и удерживаем для постоянного измерения. Выключаем, еще раз нажимаем. 93 800. Ну, показывает. Девяносто три 820. Что ж ты не наводишься? Еще померяем днем. Теперь днем попробуем померить лазерную рулетку Sandway SVS 50 на 50 метров. Зажимаем красную кнопку для постоянного измерения. Отпускаем. Ну, приблизить. Днем не видно точки. Нет, в светлое время суток он на такую дистанцию просто не видит красной точки.